Андрей Андреевич, волшебное слово в таком случае, когда несколько лет усердно работаешь эзотерически и не только, разными методами и мантрами, и шумами, и заклинаниями, и кодами, чтобы выбраться из ямы и перепрыгнуть с другой жизненный модуль. И уже проходишь через стену всех наслоений эгрегоров, и такое ощущение, что осталось чуть-чуть, а заряд как-то на исходе. Есть ли практика, чтобы открылось второе, третье, десятое дыхание, чтобы уже рвануть? Может, коряво объяснила? Конечно, не коряво, я вас прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. Вы описываете мне тотальную нехватку психической энергии. Тотальная нехватка психической энергии мешает вам сделать прорыв. Очень часто человек делает так, он говорит, допустим, возьмем человека, допустим, который живет обычной жизнью. Он мечтает о том, что у него будет много денег, он старается много практиковать эзотерически, но у него есть два качества. Он боится что-либо предпринять, и он не знает, что ему предпринимать. Но он думает, что практики эзотерические смогут решить его проблемы. Вот смотрите. Когда я захожу в лес, когда-то я зашел в лес и начал искать грибы. Долго я их пробовал найти, эти грибы, но у меня ничего не получалось. И со мной рядом был грибник, который хорошо разбирался в грибах. Он говорит, я тебя научу грибы искать. Я говорю, как? Он говорит, говори, мои грибочки, идите ко мне, грибочки, грибочки, идите ко мне. Я говорю, ну что, думаешь, что я буду звать грибы, они ко мне придут? Он говорит, да. Я говорю, ну не может этого быть. Он говорит, серьезно. Попробуй прямо сейчас научиться звать грибы, у тебя они начнут появляться. Ну хорошо. Я начал произносить, грибочки, грибочки, где мои грибочки, идите ко мне, я вас обожаю, идите ко мне, мои грибочки. И что вы думаете, они начали находиться, эти грибы. К чему я это говорю? Итак, первое. Человек, который начинает заниматься эзотерическими практиками, он обычно делает так. Я его обучаю говорить, грибочки, грибочки, или деньги, деньги, идите ко мне. Второе, он должен этого захотеть, то есть он должен написать, взять для себя лист бумаги и написать, как мне выбраться, итак, опус номер один, четкие шаги, как мне выбраться из ямы, в которую я попал. Опус номер два, как зарабатывать маленькие деньги, как зарабатывать средние деньги, как зарабатывать большие. И опус номер три, который будет называться, я хочу быть богатым или ода деньгам. Где я буду хвалить деньги и так далее. Напишите три опуса. Это очень изменит вашу судьбу, говорю это серьезно. Начните думать о деньгах, говорите себе каждый день или делайте это на протяжении дня. Говорите, с помощью этого можно заработать. То есть говорите там, вот есть телефоны, их кто-то покупает, с помощью этого можно зарабатывать. Есть, смотрите на все предметы, которые вокруг вас. Вот есть стол, у этого стола стулья, стол этот можно продать, на этом можно зарабатывать. Итак, как продать стол? Это после этого его можно продать в интернете. Каким образом? Можно сделать там рекламу. Каким образом? Таргетированная. Вы в этом специалист? Нет, тогда не продадите. Ну и так далее. Как это можно продать? Там подать объявление. А конкуренты? Они же тоже будут подавать объявления. И так далее. Ну и третье, страхи. Для того, чтобы прорваться, человек должен преодолеть страхи. То есть, если вам страшно позвонить, страшно начать, страшно бросить, сделайте это 100%. Следующее. Когда человек живет обычной жизнью и у него ничего не получается, вот обычная жизнь — это пасть, как это, клетка, как на русский перевести пастка, капкан. Это капкан его комфорта. Он находится в капкане своего комфорта. То есть человек там плохо или хорошо, но он покупался, ему там пенсия пришла, он там поел, ну а желание есть. Эти желания его мучают, он хочет. Ну и для того, чтобы он хотел, ему необходимо выйти из состояния комфорта. Каким образом? Мои советы. Хотите выйти из состояния комфорта, и чтобы в вашей жизни все изменилось, преодолевайте на протяжении одного дня 10 элементов страха. Что боитесь, то делайте. Второе. Если вы объедаетесь, поститесь,
случае, если вы любите поесть, ограничивайте себя, выводите максимально себя из комфорта. Не хотите, не любите горячую воду, купайтесь под горячую. Не любите холодную, купайтесь под холодную. Обожаете чего-то, уберите у себя. Ложитесь спать там в 11, начните ложиться в 6. Не можете просыпаться по утрам, просыпайтесь в 11, начните вставать в 5 часов утра. Не боитесь заниматься физкультурой, начните заниматься этим. Почему? Создайте для себя максимальный дискомфорт. Ваш максимальный дискомфорт – это то, что приведет вас к прорыву в той ситуации, в которой вы находитесь. Не будьте заложниками бесконечного комфорта своей жизни. Я это делаю в своей жизни периодически, постоянно. Вот могу показать на телефоне. Вчера на велосипеде 70 минут ехал на 700 калорий. Два дня назад на 600 калорий, там 60 минут. После этого пресс, приседания, еще что-то. Почему? Максимально, тотально привожу себя к тому, чтобы выходить из состояния комфорта. Перед началом чего-то крупного, перед началом чего-то, какой-нибудь задумки, перед началом чего-то я обязательно вгоняю себя в состояние, в котором комфорт полностью убирается. И это увеличиваю, чтобы себя не сломать. То есть стою раньше, ложусь позже, ем мало. Если хочу есть, специально не ем. Стараюсь там больше заниматься, больше читать. Стараюсь себя привести в дискомфортное физическое, психоэмоциональное, эмоциональное состояние. Для чего? Для того, чтобы нашелся выход, и этот выход будет единственным, самым настоящим и мощным. А так люди: о, что мне делать? Зачем тебе что-то делать? У тебя для того, чтобы ты был счастлив, все есть. Надо дискомфорт. Надо, чтобы ежилось и тело, и душа, и мозги. Вот сегодня изучал, сегодня изучил, наверное, где-то 40 турецких слов, 40 там или 50 испанских и 200 немецких слов. И вы знаете, это неплохо, потому что это позволяет мне выходить из состояния комфорта. И это очень важно, потому что, как говорит Черниговская, мы все вместе создаем свои персональные нейронные сети, в которых потом приходят наши идеи. Вот чего вам не хватает. А читать коды и мантры — это очень легко. Вы их читайте на морозе или читайте их, искупайтесь под холодным душем, встаньте в 5 часов утра, не поешьте один день. И вот тогда их почитайте, тогда эффект от них будет уже настоящий.